Там Карина сидит. Карина, выгляди. Да. Я не ушла из дома, я просто на выходном. Ты завис. Я запоминаю. Я просто уехала. Горло болело, я чтобы никого не заражать. Лучше. Да, блядь, правильно. Сломалось! Дай зеркало, Лер. На всякий случай. Ты разъебёшь совсем. До конца, блядь, добьёшь. Все привет, очки, кто присоединяется. Ля-ля, крутится за зеркало. Я видела, хуяло, но, блядь, само переворачивается. Магия не Хогвартса, блин. Умеете так? Чёрт, блядь, чем переворачивается? Он сам по себе флексит, блядь. Нервничает. Ой, может, прикора так болит. У меня разбито стекло. Так, подожди. О, пошла, пошла, родная. Иди себе водочку. Я думаю, всего разбито пришло. Лекарство принять надо. Я выкладывать буду скоро. Не такая рожа здесь, просто. Это моя сестра. Привет. Вот. Это такая красивая в своём эфире. Отлично. У меня, короче, вчера утром, короче, очень сильно болело горло. Я ушла на выходной, чтобы, короче, не заражать девчонок. Вот. Я не ушла с проекта, я завтра вернусь. Вот. Я просто ушла на выходной, потому что, чтобы не заражать девчонок. Все отлично. Никакой секунды сыграть. Мне кажется, если честно, что ты очень сильно сейчас... Алиночка, привет. Я сегодня с Максимом сказала, это... Да, зашел, худею. Ты сейчас ничего не предлагает, просто рассуждаешь. Ну, Дубровский пришел. Где? Да, он прям эфир твой. Да где он? Вон он, смотри, я сейчас покажу. А, борода! Моя любовь вообще-то. А, ну иди на проект, Алит. Я иду к тебе. А его девушка нужна хорошая. Да. Чтобы кушать ему готовила, стирала, убирала. Естественно, это про меня. Ой. Ну бы срала, спасибо. Да блин. Он что-то умеет. Налей мне, пожалуйста, лекарство. Блин, кажется, да. Мне сироп, блин, налей, нормально. Стой, стой. Организатор Карина Белова.
Фуксик здесь, интересно? Для Леры, блядь. Нету. Он вышел. Ой. Где? Так. Да у меня, короче, стекло разбито защитное. Вот за это видно качество. Забыла мне волосы на часы. Прямой, не прямой. Ладно, ребят, короче, я пойду. Лечиться дальше. Да. Не, я серьезно говорю, блин, что мне лечиться надо. Потому что мне нужно возвращаться, чтобы за... Кстати, это моя сестра. Мы смотрим дом 2. А я. А это Лерка. Я вернусь на проект. Ждите в новом эфире. Через 6 недель, уже 5. Да. Мы вернемся. Так. Привет, привет. Мы смотрим дом 2. Мой! Мой! Страшная девчонка, я не могу. Не, я лечусь. Кто? Не, кстати, мы не пили. Лично я не пила. Шур, шути. Я просто курю и все. Может быть, температура. Посмотрите, у меня глаза все стеклянные. Температура. Вроде. Мама зашла, мне нет. Лоткодоня. В плане, глянь. Я люблю Кристинку. Она хорошая девчонка, мне нравится. Я с ней очень хорошо общаюсь. Ладно, ребятки. И вам счастья, любви, удачи. Я стекло поменяю, нормальное качество будет. Вот так вот.